девчули, несмотря на то, что не расчесывала волосы уже дня три, у меня пришла гениальная идея. Ладно, не у меня. Я ее взяла с американского ютуба опять. Все воруем с американского ютуба, надеюсь, никто не против. Всем похуй. Я хочу сделать крутым, оригинальным, необычным свой iPhone XR. Потому что мне кажется, что нужно уже что-то менять. Потому что он все время голубой, я ношу его в чехле, никогда не вижу этот голубой цвет, и он мне, в принципе, особо-то и не нужен. Я покажу вам, что я зарисовала и как хочу, чтобы он выглядел. Минуточку. В тетрадочке «Космос». Ссылочка в описании на мой магазин «Графшоп». Девчули, сейчас в моем магазине «Графшоп» действует акция при покупке от 2000 рублей. Доставка будет бесплатной, вы прикиньте. Также скоро появятся наборы на товары, которые вы хотели приобрести раньше, но сейчас они будут стоить намного дешевле. Так что переходи по ссылочке в описании и выбирай себе классные модные луки. Переходи. Хочу, чтобы выглядело вот так вот. Если что, рисовать я не умею, как я поняла, потому что не рисовала уже 2 года, поэтому это я срисовала с гугла. Это должно выглядеть как бы вот так вот, но я хочу, чтобы дракон был около яблока. Мне кажется, выглядит необычно. Как вам? Данил специально для этого купил мне еще месяц назад краски для граффити. Вроде как они для этого подходят и хорошо держатся. Ну, они же для граффити, для стеночек, держатся даже на айфоне стеклянном. Логично. Чтобы было все очень красиво, было видно это яблоко, мне придется заклеить его скотчем двухсторонним, потому что другие отклеиваются, я пыталась на малярный сделать. Я пыталась своими сирами, ювелирной работой, ювелирными своими маленькими ручками, пинцетиком сделать красиво, вырезать яблоко. Но здесь, конечно, не везде это получилось, придется как-то это еще заклеить, потому что тут просвечивает стекло. И нужно доделать веточку, листик. Самое неприятное, это то, что вот эти вот части, их будет очень хорошо видно, и то, что у меня будет весь телефон желто-оранжевый, а вот это будет голубое. Мне, конечно, неприятно это осознавать, но что поделать. Я уже заказала прозрачный силиконовый чехол на Озоне. Опять реклама Озона. Можно, пожалуйста, заплатить мне? Самое неприятное, что сегодня мне придется не пользоваться этим айфоном, потому что я хотела сходить покататься в самокате. Сегодня я без интернета. О, все, оно отлично приклеилось. Кайф. Вау, вот это просто пушка. В тот момент, когда я это вырезала ювелирными ручками, я еще не знала, что все пойдет по пи звездочка Д. Итак, девчули, я не знаю, вам видно меня или нет, мне пересвечиваю, не важно. Мне важно сейчас вам показать то, чем я буду покрывать свой iPhone. В общем, вот такими баллончиками буду покрывать. Называются они, если что, Black and Formula. Мне страшно. Не стоит бояться, потому что это всего лишь iPhone. Он всего лишь стоит 60 тысяч на то время. Тем более, это прошлогодняя коллекция, поэтому похуй, сам буду покупать. Поэтому красим. Снизу у меня будет желтый. Давайте его потестируем. А почему он не нажимается? Я все сломала. Ребята, мне пизда. Вызываем механика Данила. Данил, помоги! Надо взболтнуть. О, пошла. Допустим. О, профессионал Дарья. Умеет все. Интересно, что бы мне сказала мама? Фух, это очень волнительно. Слушайте, она ложится уебана. Блин, оно ложится капельками, потому что поверхность... Блин, такой градиент красивый, да, девочки? Получилось так, что ничего у нас не получилось, мой iPhone весь скатался, вся эта краска на нем. И я пришла к такому решению, что на iPhone не выйдет сделать. Я не знаю, как получилось это у них. Данил говорит, что у них были последние iPhone, на них типа не глянцевая поверхность. Они еще делали наждачкой, но хрен его знает вообще, что они с ним делали, шлифовали они это или нет. Лео, кто быстрее отшлифует, получит 1000 баксов. Может, когда-нибудь в этой жизни. Поэтому я решила, что я сделаю то же самое, но на своих кроксах. Потому что они какие-то бледные, вообще не для меня. Ну, кроксы и я эти, ну, вообще, как будто разные люди. Я проверила одно, и вроде бы что-то да получилось. Если оно высохнет и все будет красиво, то мы будем молодцы. А если нет, то, ну, новый крокс купим на Алике, что-то закасать, нормальные тоже там были. Все, погнали. Я их сейчас очистила ацетоном, специально сходили с Данилом, чтобы оттереть так говно с айфона, ототрали все хорошо. Купили клубники, пока ездили, поздравьте, мы не знаем, что она у нас продается. Смотрите, красная, цветом крови прям. Ничего не испортилось, спасибо на это, только прям деньги и время на то, чтобы это все проклеить. Вы просто посмотрите на этот потрясающий крокс, он реально офигенный. Сейчас нужно то же самое сделать с этим. Сейчас вы можете заметить, что не сильно виден переход, но я сделаю его на втором слое, потому что мне нужно вот это все покрыть. Да и тем более переходы на кроксы делать, мне кажется, достаточно сложно. Друг, давай там постой. Слушай, они такие красивые, мне очень нравятся. Я думаю, может быть, сделать переход в обратном направлении.
Еще из-за того, что крокс у меня был не белый, а желтый ложится не очень ярко. Ну, допустим, первый слой есть. Оранжевый, конечно, вообще бомба. Переход делать очень сложно. Переход, привет, я не знаю, что это. Все, мои кроксы готовы, они высохли. Я покрывала их только что еще одним последним слоем. Они получились достаточно хорошего цвета, даже переход получился красивый. Сначала мне казалось, что у меня ничего не получится, потому что достаточно оказалось сложно делать переходы баллончиком, потому что они являются такими точечками маленькими. И чтобы сделать переход, нужно достаточно хорошо его отдалять или приближать, наоборот. Короче, это было достаточно сложно. Я не знаю, как я на айфоне делала. За это время, пока у меня все сохло, я зарисовала набросок того, что я хочу видеть. Я не знаю, что получится. Явно будет не то, как на картинке, потому что там дракон раскрашенный всеми цветами, которыми только можно, но у меня нет этих цветов, у меня есть только черный и красный. У меня даже оранжевого нет, потому что вы помните, что я потратила его на волосы. Потому что красить нужно обязательно перманентными маркерами. А перманентными только вот красный и голубой. Придумала, может быть, сделать сюда цепочки и шипы, сделать их прямо вот в эти дырки. Мне кажется, будет прям обалденно. Где я их возьму сейчас? На Озоне их не продают. Или продают, но не такие, которые закручиваются, как болтик. Давайте я пока попробую нарисовать, потом, возможно, что-то дополню. Но уже не в этом видео. Вы это увидите у меня в Инстаграме. Сейчас я буду делать дракон на желтом. Я вообще искала картинки в интернете простых драконов. Это простой. Я думаю, буду оформлять этого дракона, поскольку у меня нет цветов. Я буду сочетать красный с черным и делать... Я не знаю, как называется такой эффект раскрашивания, когда делаю точечкой переход. Вот его я делаю чудесно. Раскрашиваем. Таймлапс ставлю. Сделала я уже почти полностью голову. Вот эта техника, что называется, в моем понимании, точечка, делается очень все долго, обычно всегда. И у меня еще очень болит спина из-за того, что я сижу на стуле в очень удобном положении. Удобно, знаете как? Вот так. Очень удобно. Все, первый готов. Могу вам его смело представить. Данила опять кровь с глаза. От такой красоты, конечно. Я заметила, что эта краска начинает скалываться. Но я думаю, дальше сколов у нее ничего не пойдет. Она просто будет... Будут такие полосочки, которые будут не видны. Я не думаю, что она будет отваливаться. Хотя, вдруг... Если не красный, то думаю, чисто с черным было бы стрёмно. Единственный минус, что мне не нравится, это вот из-за того, что этот маркер сам по себе очень толстый. Вот здесь линии получились толстые, а здесь тонкие. Ну, с тонким линиями, как понимаете, все выглядит намного лучше, да? Ну, и думаю, что это не особо заметно. Закончится, Данил, хватит жрать ему. Я тоже колу хочу. Чего вы хлеб ложите, как воду? Всю колу ему выпил. На втором кроксе нужно нарисовать огонь. Красивый такой, сексапильный. Что такое? Понимаете, да? Чем я? Такого надо сделать вообще. Сие произведение. Носочки с мерча. Ссылочка где? В описании. Вот, девочки, мы с вами такие стильные. Просто не могу. Мы просто фэш. У меня, блядь, прилипло все, что было на ногах, туда. Ну ничего, нам же нужно было потестировать, правильно, девочки? Кошке явно понравилось. Тора, ты оцениваешь, да? Да. Вообще, сюда не хватает шиповника. Я бы сюда его явно вставила. Цепочек, думаю, стоит прикупить, но сейчас негде. Или, возможно, имеешь шкафу. Хочется взять в руку, а помню, что ходила по говну. Да ладно, на море ездила, там не было говна. Там все прилично, в отличие от нашей России. Девчули, ну если вам понравилось это видео, и, возможно, вы хотите больше видео про кастом, то ставьте много-много пальцев вверх. Если на видео берется 50 тысяч пальцев вверх, то я все-таки покрашу айфон, я придумаю, как это сделать. Я отшлифую его, я разобью его, но я покрашу его. Только ради вас, только ради ваших 50 тысяч пальцев вверх.
Данил в шоке. Ну не ходить же нам в этом. Я только, может, теперь только смотреть на Алике. Куплю кроксы и буду в них ходить за 1000 рублей. Да ладно, они стоили всего 2000. Ну а с вами была ваша любимая Дарья Граф, дюймовочка. А я всех люблю. Пока. Там кто-то помыться опять решил. Я как бухая, спать просто хочу опять. Обязательно покупайте мерч по ссылочке в описании. Носочки, самые модные, самые стильные. Ноги не брею и вам не советую. Грязные ноги. Блин, носки грязные, потому что ношу.